Мам! Тут к тебе какой-то дядя пришел. В форме. В форме? Ты кто такой? Здрасте. Вообще-то я мастер. Пришел роутер чинить. Роутер? Че за кликуха? Не знаю я такого. Муж ваш позвонил и сказал, что роутер того. Дома жмур, а я даже запаха не чую. Интересно, куда хилый тело заныкал? На балконе, в кладовке. Ну не в кислоте же он фраера растворил. Да не переживайте вы, я уже все нашел. Да, убили его, конечно. Ты мне тут со знанку не играй, понял? Я второй раз по этапу не пойду. Да чего же вы все время переживаете? Вы тут при чем? Муж ваш позвонил и сказал, что это он, роутер того. Аркаша жмура больнул. Ты ничего не докажешь, фуфел! Ой, ну что же вы заладили, а? Алло, Петрович, слышишь, возьми, пожалуйста, инструмент и подъедь на Янгеля. Тут роутер того. Подкрепление вызывает фараонов. Да, Янгеля. Ага, жду. Ну все. Тебе кранты. Жанночка! Что здесь происходит? Хилый, этот фраер может тебя заложить, что ты роутером очканул! Жанна! Что ты наделала? Роутер, это вот эта штука! А это мастер, который пришел настроить нам интернет! Хилый, ну ты даешь! Не мог раньше предупредить! Это, извините, пожалуйста, сколько вам денег дать? 5000 за молчание. Беги, фраер, пока я тебя не пришила! Не надо, куда? А стульчик? На НЛО ТВ.